Всем привет! И сегодня я расскажу о очередных своих покупках. Но есть те покупки, о которых я хочу рассказать и предостеречь вас, чтобы вы не покупали, не совершали таких же ошибок. Может быть, вы тоже покупали их и также совершили эти ошибки. Если да, то пишите мне в комментариях. Может быть, у вас совсем да наоборот, и вы подружились с этой вещью, с этим средством. В любом случае, пишите, если хоть что-то для вас, что я покажу в этом видео, будет знакомо. Ну и так как покупки я совершала по мере того, что мне нужно было, то бишь это все те средства, которыми я пользуюсь в повседневной жизни, без которых я в принципе не могу обойтись. И хочу я начать с волос, потому что больше всего средств у меня для волос. А так как я покупала вот такой вот шампунь от Pantene, это интенсивное восстановление, я его как-то давно еще покупала у нас на родине, и мне он не понравился даже тогда. Он у нас стоял. Он не понравился не только мне, он не понравился моему парню, и он стоял у нас, я им мыла кисти, либо что-нибудь еще мыла. В общем, бесполезная вещь, хотя я любила раньше пантиновские шампуни, сейчас почему-то я либо просто попадаю постоянно и покупаю один и тот же, потому что я не помню, как называются они, не отличаю их особо, только по упаковке могу различить. Короче, мне он не подходит, именно вот это вот интенсивное восстановление мне не подходит, парню моему тоже, потому что у него вообще жуткая перхоть от этой шампуни, или как правильно, от этого шампуня, вот. Мне он тоже не нравится, также вызвал перхоть, благо она у меня прошла очень быстро. У молодого человека до сих пор она не проходит, хотя он уже сменил шампунь. Вот насколько испортил вообще, в принципе, этот шампунь ему волосы. Хотя до этого у нас тоже, я уже не помню, какой шампунь был, он тоже ему подпортил значительно волосы, этот еще усугубил. В общем, короче, бяка не советую, здесь еще 400 миллилитров, я как чувствовала, когда покупала, что не стоит брать такой большой объем, но была скидка, не жалею, в принципе, ну, конечно, за эти деньги можно было купить что-то другое, ну, неважно. И на замену я приобрела еще один шампунь, шампунь Schwarzkopf, Schauma называется. Это мужская линия, сила и объем с хмелем. Написано для ежедневного использования. Тоже объем 380 миллилитров, бутыль большой. Опять же, молодому человеку не подошел. Я вот им, в принципе, и спаслась от Pantene. Мне он немножко так помог. Перхоти у меня сейчас нет, но все равно как-то промывает он странно волосы. Мне он, честно, вот в плане мытья волос, он мне не очень нравится. Запах, конечно, мужской, но, честно, он не остается особо на волосах, поэтому какая разница, какой запах и какая разница, какой шампунь. Для мужчин или для женщин я вообще разницы не вижу. Как бы могу пользоваться и тем, и другим, почему бы и нет. И на замену уже всем этим шампунем, который я показала, молодой человек сам себе пошел купил шампунь, так как я безалаберная, походу, и не могу ничего выбрать. Фирма «Целитель» называется, в общем, обычный дегтярный шампунь, вонючий до жути, как мы знаем, дегтярные мыла, шампуни и все, что связано с дегтем. Очень вонючая, но тем не менее, он ему помогает, ему он нравится, почему бы и нет, пусть человек пользуется. Я, в принципе, знаю, что вообще вот дегтярная линия, вот это вот, я пользовалась мылом в свое время, жидким для тела, мне очень нужно было, и мне оно очень помогало. Шампунь тоже неплохой, раз человеку помогает,
пусть, конечно, пользуются. Еще я приобрела вот такой бальзам. Бальзам от Планета Органика. Укрепляющий бальзам для волос. 15 минералов Мертвого моря, морской хитозан и органическое масло ши. Повелась именно на масло ши. Здесь написано «Сила и блеск». В принципе, так как весна, у нас ломкие волосы становятся, такие вот от всех вот этих перепадов температур. В общем, я повелась на масло, которое здесь заявлено. Опять же, производитель нам кучу-кучу всего обещает. Ну, честно вам скажу, я не пробовала его. Запах, конечно, неплохой, мне нравится. В принципе, Планета Органика. Я пользовалась шампунями и бальзамами от Планеты Органика. Надеюсь, это такой же хороший, как и предыдущие, которые я пробовала, средства. Кто пробовал, напишите, как вам. Стоил он, кстати, довольно-таки бюджетно. Кстати, обошелся он мне дешевле, чем бальзам для волос, который я покупала, я показывала, по-моему, от Чистой Линии. Он тоже хороший, мне нравится все, но этот по объему больше и вышел дешевле. И следующее не косметическое средство — это рыбий жир. Я покупаю первый раз. Блин, я пила его давно, это было в детстве, помню, мама меня еще заставляла. Блин, говорила, что он очень полезен, он очень нужен нашему организму. И я его пила в жидком виде. Он, соответственно, вонючий, у него гадкий вкус. И я вот это вот все терпела, я ныла даже время от времени, так не хотела его пить. Но этот идет в капсулах. Не знаю, я его покупала, кстати, цена вот 40 рублей. Не знаю, это очень дешево, но, может быть, кто-нибудь пробовал. Кстати, в инструкции написано, что курс лечения, не так, не курс лечения, а именно просто употребить для профилактики эти таблетки, капсулы, вернее, в течение месяца. Вот две коробочки, мне еще одну нужно приобрести, выпить, но я почему-то их пью очень долго, не знаю почему. В общем, короче, уже, в принципе, да, уже почти месяц я их пью. Я не знаю, какие изменения должны быть, ну, ногти какие-то. Ногти стали расти, кстати, быстрее, вот что я заметила. Не знаю, влияет на это рыбий жир или нет. Я настолько не углублялась в какие-то полезные его такие вот свойства. Также я приобрела масло для лица, масло миндальное, это уже второе у меня масло миндальное, я до этого приобретала, но приобретала немножко другой фирмы, вот такое вот масло, мне оно не очень понравилось, честно, по ощущениям, как будто обычная вода, либо обычное подсолнечное масло, вот честно, ничего абсолютно. Может быть, я не разбираюсь, конечно, настолько, но что-то должно быть, правильно? У этого вообще ничего, ни на лице эффекта никакого, не так, не знаю, не очень мне понравился. Здесь было 30 мл, я очень быстро его использовала, просто молниеносно. И приобрела вот такое вот у нас. Здесь заявлено, что это миндаль сладкий. Натуральное жирное масло, содержит омега-9, фирма Ботаника, упругость и тонус. В общем, все как обычно, здесь заявлено, что делает масло, как на всех других маслах. Главное, что мне понравилось, как-то необычно открывается упаковочка, так вот, такой саквояжик и такой обычный, в принципе, довольно-таки лаконичный бутылек, но он у меня уже пустой, я его перелила просто в другую емкость, потому что эта емкость идет с помпой, очень удобно выдавливать это все дело,
и ничего никуда не нужно наливать, потом закрывать. В общем, это очень удобно, я думаю, вы меня понимаете. Это масло мне больше понравилось, потому что я вижу, как оно немножко как-то разглаживает, не то чтобы подтягивает, но разглаживает кожу лица. Какие-то морщины в любом случае не убирает, с этим, мне кажется, больше всего справляется персиковое масло, либо персиковых косточек, я уже точно не помню, как оно называется, пшеничные зародыши и, знаю, абрикосовое еще также действует. Ну, вот я его хочу попробовать, но пока еще не видела в аптеках, увижу, конечно, приобрету и попробую. В общем, это масло мне понравилось больше, чем вот это. Еще я приобрела обычный крем для рук какой-то странной фирмы Waze, как она читается. Крем неплохой, он, как заявлено, питательный крем для рук и ногтей. В общем, много всяких полезностей здесь написано, но на самом деле обычный крем по составу: на первом месте вода, потом идет глицерил, стеарат какой-то. В общем, не натуральный крем. Но меня это не останавливает. Крем довольно-таки неплохой, так как я очень часто с водой контактирую. В общем, всякая пыль и все такое. В общем, я думаю, домохозяйки и девушки, которые убирают, стирают, в общем, всем таким вот домашним занимаются, и не только домашним, может быть, у кого-то даже работа такая. Советую, вот он очень бюджетный, стоимость, по-моему, 43, в общем, от 40 до 50 рублей, и честно вам скажу, блин, ну даже искать ничего не хочется другого, конечно, захочется что-то попробовать другое, но вот это вот как альтернатива. Если я ничего не захочу искать и пробовать, я, конечно, вот куплю его еще раз, потому что упаковка у него лаконичная, ничего лишнего. И как вы видите, я его приобрела недавно, но я уже и использовала много, и отливаю уже не первый раз вот в такой бутылек, тоже ношу его и в сумке, и на работе им пользуюсь, в общем. Короче, удобно, опять же, повторюсь, вот такая вот туба. В общем, советую вот такой крем, обратите внимание, неплохой за его стоимость. И животрепещущая тема для меня — это какие-то тональные основы для лица, так как у меня заканчивается тюбик CC-крема от Lumene, я приобрела еще один. И какое мое было разочарование, что почему-то либо он окисляться на мне начал, либо вот просто как-то работать по-другому с моей кожей. В общем, я новый не пробовала на своей коже. Может быть, этот уже подпортился, и оттенок получается такой более розоватый, что ли. У меня не розовый подтон в коже, у меня именно такой оливковый, даже какой-то вот желтоватый, желтизной, и он мне, конечно же, не подходит. Хотя я им всю зиму пропользовалась, он был очень светлый, как раз вот я на зиму становлюсь такой вот белоснежкой, и мне он очень подходил. Никакой розовизны он мне, именно такой явной розовизны он мне не давал. Он был немножко с розовинкой, но это было совсем как-то вот минимально. Наверное, стоит попробовать новый тюбик. Мне кажется, наверное, этот подпортился. Он у меня уже давно. Здесь, кстати, не заявлено, что у него срок годности там полгода, к примеру, да. Я этого не вижу здесь, потому что я пользуюсь им больше, чем полгода. Я думаю, может быть, из-за этого как-то в нем вот такое вот изменение. Хотела приобрести замену ему, так как, в принципе, он розовый, и также новый тюбик мне не очень подойдет, я так думала, но попробую, все-таки посмотрю, может быть, в нем причина, именно в этом тюбике. Я хотела приобрести что-то новое и, соответственно, не знала, что. Думала, тональный крем тоже я приметила от Lumene приобрести, но потом решила, как-то лето, ничего не хочется тяжелого.
зачем мне тональный крем, если я хочу что-то легкое такое, чтобы нанес, и не нужно ни растирать, ни заморачиваться, просто нанес и пошел. В общем, я хотела что-то из BB-кремов, либо CC-кремов, но что-то тоже бюджетное, недорогое. И тут я вспомнила, что я пользовалась давным-давно вот таким вот кремом, BB-кремом от Garnier. Мне он очень нравился, так как он шел для жирной и смешанной кожи. Он матирует кожу, выравнивает тон, SPF 20 здесь. И что самое такое вот важное для меня было, он ложился неплохо, у него такой вот желтоватый подтон, как раз такой, который мне нужен, и у него пудрый финиш. Так как я не закрепляю пудрой, в принципе, ни BB-крема, ни тональные крема, ни CC-крем я не закрепляю, поэтому я пудрой очень вообще редко пользуюсь, вообще в крайних случаях, и это тоже очень редко бывает, эти крайние случаи. В общем, я его приобрела. Девочки, я в шоке, просто в шоке. Предыдущий BB-крем от Garnier я приобретала у нас на родине. Этот же, это капец какой-то. Мне нравится, что тут тоже удобный носик такой, как и в CC-креме от Lumene. Он желтый, да, он темный, он на лето подойдет шикарно, но почему-то он также, блин, отдает в розовизну. И дело в том, что у него раньше, когда я покупала, у него был запах такой немного спиртом отдавало. И когда наносишь, ты не ощущаешь вот эту текстуру под пальчиками, ты ощущаешь, как будто ты что-то такое пудровое распределяешь. Это же вот жесть. Посмотрите, во-первых, цвет какой. Я не знаю, камера передаст его, не передаст. Это вообще жесть какая-то. Он очень темный, очень желтый какой-то. Ладно, распределишь ты его, все. Но он все равно отдает в розовизну. Я такого не помню в прошлом BB-креме. Мне кажется, они поменяли какую-то ихнюю формулу. И причем он пахнет уже не вот этим спиртом, а пахнет... Короче, запах чайного дерева какого-то, что-то такое. В общем, он не противный, но честно, вот когда каждый день наносишь его, он становится каким-то навязчивым и отталкивает. Хотя я не могу сказать, что это вонь какая-то. Блин, запах вроде бы приятный, но он навязчивый. Вот что ни на есть, навязчивый. Я не знаю, просто вот я разочаровалась, мне, блин, не понравилось. Какой-то вот, видите, он даже не сливается с тоном моей кожи. И летом, я не знаю, навряд ли я буду такого вот розовато-желтого оттенка. Я его смешиваю сейчас с таким тональным средством, Revlon Color Stay. Этот тональный крем очень стойкий, здесь также есть SPF фактор 20. У меня в оттенке Buff. В принципе, это вроде бы темный, да, в общем, оттенок 150 у меня, но он очень светлый, очень, он прям, даже когда я зимой белоснежка, он для меня светлее некуда. И вот вместе они работают неплохо, я совсем так чуть-чуть добавляю, ну, не всегда, конечно, у меня это получается как-то вот сделать нормально. Сейчас вот я их разбавила и красилась, соответственно, я не знаю, на камеру, наверное, не будет видно вот этого вот перехода, но иногда бывает, я не долью вот этого вот тонального средства, и у меня все равно виден немного переход, так что приходится дополнительно закрашивать, затушевывать, в общем, совсем не нравится, раньше был лучше. Может быть, посоветуете что-то, наоборот, бюджетное, легкое такое, именно на лето. Хотела, кстати, что-нибудь из корейских BB-кремов попробовать, но как-то, не знаю, не хватило мне смелости. Они, во-первых, тоже очень все светлые, нужно индивидуально, нужны пробники. Кстати, некоторые пробники у меня были, и решила вот приобрести, так как я уже пробовала, соответственно, я решила все-таки вернуться к вот этому, но пожалела в очередной раз, как-то вот попала в просак, благо он стоил недорого, вот честно, если бы он стоил дороже, я бы, конечно, наверное, может, как-то и расстроилась.
Но все равно пользоваться особо нечем, так как CC-крем не подходит. BB-крем этот тоже не подходит. Как-то сейчас просто вот обхожусь вот этим вот тональным средством. Я его отложила, правда, на зиму, думала использовать зимой его. Также бывает иногда зимой с CC-кремом смешиваю. Очень мне нравится вот эта тональная основа. Но сейчас вот достала, потому что другого выхода нет. Нужно как-то и использовать эту тональную основу, и ничего у меня другого нет, в принципе, чтобы разбавить вот этот BB-крем. Один-единственный минус этой тональной основы, то, что она безбожно сушит кожу, она может забивать поры, но я вот каждый вечер, когда пользуюсь либо BB-кремом, либо вот этой вот стойкой тональной основой вместе с BB-ком, я очищаю спонжем коньяку свою кожу, потому что ну, нереально просто вымыть вот эту всю грязь, вот эти все средства из кожи, так что я там и скрабом, и губкой этой драю просто свою кожу, свое лицо. Это, в принципе, все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если что-то пробовали, пишите. Если, наоборот, что-то не пробовали, тоже пишите. В любом случае, пишите, буду рада. Отвечу на все комментарии, на все вопросы. И всем пока! До новых встреч!